Здорово, бродяги. С вами Роуз, и вы на канале Very Hard Game Mod. Напоминаю, фишка этого канала в том, что мы проходим здесь игры на самом высоком уровне сложности. И сегодня у нас по классике Stalker Clear Sky. И на уровне сложности, в общем, мастер. Чё, погнали, ребят? Загрузка текстур, ну почти загрузилась. Так, нам к леснику надо. Здорово, живая душа. Здорово, дед. Случайным гостем. Какая дорога привела тебя сюда? Я достал артефакт. Даже не верил, что еще раз компас увижу. Вот это тебе спасибо. Значит, дай мне малость времени. Я тогда придумаю, как вывести тех ребят из пузыря. А ты пока подумай, как передать им информацию. Без мощного радиопередатчика тут не обойтись. Слыхал я, на базе у военных, что на складах, есть такой передатчик. Они с помощью него связь с внешним миром за периметром держат. Его мощности должно хватить, чтоб с наемниками связаться. И что будет, когда я его найду? Когда найдешь передатчик, я дам тебе координаты для наемников. Если они все сделают правильно, так из пузыря выберутся. А там и до моста в Лиманском дорога прямая. Будет кому бандитам у моста перья повыщипывать. Окей, дед. Я погнал. Доброго пути, сынок. Так, стоп, нам надо патроны купить. Да. Где же мне их купить? Ну, молодой, к нему и спрашивай. Уважаемый, как бы мне это озеро добавить? Блин, не, в другую локацию впадло тэпаться. Пройдем так как-нибудь. Есть для шеврона долговских. Блин, классно, лучи. Так, солнце светит. Лучи от него падают прям красиво. Почему задание отменено? Я набросал здесь схему, как можно выбраться из пузыря. Передаю тебе координаты. После того, как они их получат, выбраться будет несложно. Ну, мужик, есть аптечка. Во, и хавчик надо купить. Здоров! Аптечку надо. Нифига себе у него. А у меня еще два тоже артефакта. Пленка. Да, у меня тоже два артефакта. Не, ну я не хочу покупать артефакт за 20 тысяч. Это дорого.
Может, поможем челу? Ну, ему, по-моему, СВУ надо. Я хочу закорешиться еще и со свободой. У меня просто, ну, все кореша, кроме наемников и свободы. Ну и, разумеется, бандитов и ренегатов. Так, ручной сейв сделаем. Блин, консоль открыл случайно. Блин, красиво. Вот это красивая графика. Вот это я понимаю. Блять, бомжи. Типичное российское село. Прошу прощения, дорогие друзья, я просто поперхнулся немного. Блять! Чё за хуйня-то? Я не буду даже с ними воевать, почему они в меня тут начали стрелять? Типа, это ж я с оружием был. А, все понял. Так, надо похавать. Ну да, я типа с оружием был. Хок. Долго же тебя не было, а наши ребята сидят в аномалии уже который день. У них шамовка на исходе. Выяснил, как их можно оттуда вытащить? Да, теперь знаю. Лесник дал мне координаты выхода, которые помогут вашим ребятам выбраться из пространственного пузыря. Нужен только мощный передатчик, чтобы добивал до отряда. Передать координаты. На военной базе точно есть такой передатчик. Вояк сильно потрепало большим выбросом. Выжил от силы полтора десятка. Они все это время о помощи передают, только никакой спасательной операции пока нет. Как пить дать, кинут их здесь помирать, бедолаг. Полтора десятка военных на одного меня. Многовато. Может, подсобите? На один результат работаем. Извини, нам с военными сраться никак нельзя. Не помощь мы тебе в этот раз. Чё, блять? Только я точно знаю, что Свобода уже на эту базу глаз положила. Им отсюда проще барьер контролировать будет. Так что, думаю, они тебе легко помогут. Тем более, что у нихнего командира есть передо мной должок. Погоди, сейчас свяжусь с ними. Спасибо за наводку. Конечно, Хок. Чем могу помочь? Костюк, нужно помочь одному человеку добраться до антенны на базе военных. Я слышал, он где-то рядом. Есть такое. Пытаемся отбить склады у военных. Кстати, подтягивайтесь. Вместе им жару зададим. Не в этот раз, Костюк, извини. Нам нельзя светиться в операциях против военных. Наш человек один будет. И то хлеб. Мы тут не перебираем. Даже один ствол лишним не будет. Наемник, иди к Костюку. Он тебе поможет добраться до передатчика. Как скажешь.
что-то есть. Блять, или кто-то. Ебаный в рот, блядь. Они слишком серьезные. Продолжаем. Да в меня-то, блядь, за что? Сука, блядь. Ладно. Продолжаем. Чтоб не бегать каждый раз. Так, здесь нахуй никуда не сворачивать. Блять, и все равно он есть. Сука. Да. Опасное место, очень опасное. Сука, вот сука у нас. Во, щупальца. У меня их два уже. Да, кровососы лютые пацики, конечно. Это еще мягко говоря. Я эту деревню ебал, я лучше бегом пробегу. Там еще два в одном доме, и хрен знает где еще и сколько их. Да, у меня радиация, напоминаю, на меня не действует, потому что у меня, смотрите, сколько артефактов висит. Какой костюм нахер. Вообще дорогого стоит. Сколько они все вместе стоят, интересно? 15... 45 55. Блин, а прикольная локация такая красивая, блин. Не, спасибо, я лучше как-то по полю. Так, валыны убираем. Наемник, мы застряли возле здания штаба.
Там сидят вояки и огнем накрывают всю территорию. Высунуться не можем. Помоги выбить их оттуда. Вот блин, а если у меня патронов нету? Не кучкуйтесь, атакуем рассыпную. В общем, все готово. Ждем твоей команды. Блять. Поднял гранату. Нас запалили. Оба-на! А где они вообще? А, все вижу. Ну, чтоб не бежать по 100 раз. Лови граната, не дура! Лови лимончик! Лови твое счастье, урод! Да, пацаны, вы потише, потише, блядь. Припять кабан. Получай! Блять. Блин, я не те патроны, что ли, купил? Хорош. Граната, ложись! Мэн, ты труп! Зацепил его, точно зацепил! Нас его завалили! Блять, заклинило! Прикрой, завалим его! Прям как в Call of Duty. Убью! Прикрой, завалим его! Кушай! Мэн, ты труп! Свобода! Гранаты не увернешься! Бля! Ой, свободовцы мне корешами стали. Блять, да что такое-то? Сейчас все передадим. Нет, блядь, 7 килограмм. Все, у меня свобода тоже в друзьях. Теперь смотрим нашу статистику. Но это братья, сталкеры. Это свобода, друзья. Долг, друзья. Ренегаты. Чистое небо. Но они тоже у меня друзья. Тут до конца шкала, они все зеленым их показывают. Военные нет, конечно. Наемники, но наемники, я думаю, станут. Ученые тоже нет. Че, надо пошмонать челиков-то. Может, что дельный у них найдется. Да нахуй он мне нужен, в принципе. Хотя почему бы не взять? Сейчас посмотрим, что там по нему, какие патроны.
понятно, никаких нахуй, тогда выбрасываем. Так, это я шмонал. Блять, ну чё ж валы-то все коцанные нахуй? Ну да, потому что, в принципе, это вал. Логично весьма. Абакан. Других патронов, блять, да что ж у меня ни на чё патронов нету. Во, вояки тут основались уже. РПГ. Ну а нахуй оно мне нужно? Спрашивается. Засеемся, я знаю, что здесь свои. Это хуевала сколько. Блять. Эту хуйню выброси. Сколько пулестойкость? 30, тут в два раза больше. День с килограмм, да ну нахуй. На 50 тысяч даже. Выкинем вот эту парашу еще. И дробь, она нахуй не нужна. Во. Во, вот это, блять. Так, и чё ж нам выкинуть-то? Даже и не знаю. А чё? А, можно гранаты выкинуть. Всё.
Короче, я думаю, хуй с ним, потому что у меня и так почти перегруз. А шеврон и ноль весит. Шеврон тогда можем собирать. Засеемся, чтобы не собирать все заново. Сука, это кровосос, ведь стопудово кровосос. Как бы мне ебали тут не. Неприятно, конечно, неприятно. Особенно я в наушниках же, разумеется, играю. Это полный пиздец, когда вот этот трэш слышит. Блять, мне уж показалось, кровосос. В натуре кровосос, блять. А, нет. Жутковатая хуйня. Не, не кровосос. Чё-то тут много пси-собак. С них еще ничего не падает. Ладно, заночуем. Заночуем, короче, тут и двинемся. Кому там? К наемникам. Ну, какие у нас отношения с наемниками? Блять, ну я же помог им выйти. Поспим. Так.
А нет, это тоже пси-собака. Че, все или еще шавки есть? Да как опасно-то тут, блять. Не люблю я просто по ночам по зоне бегать. Ну, ветер в харю, я хуярю, как говорится, полетели. Блять, фюрер, сука! Как вы заебали, блядь! Иди сюда, карлик ебучий. Он умер. Ебать, фюрер, ментальный убийца, блядь, где? Где мой ружье? Где мой дробовик? Мое ружье. Что-то бюреры живущие какие-то, пиздец. Мера, блядь. Хуя. Куда бюрер-то съебал? О, коготь химеры. А вот где бюрер, блядь. Короче, я понял, что тут произошло. В общем, бюро забежал сюда, тут сидела химера. Вот поэтому я так химеру быстро убил. Блять, ну бюро надо отыскать. Обыскать, точнее. Как-то я не по-русски ебану. Так, где жарко? Все, вижу. Оно того не стоило. Чё-то на этой локации нечисти слишком дохуя. Еб...
Ебать мне куда ебошей. Так, тут проводник-то есть или он чисто только принципиально в рыжем, на рыжем лесу? Прошу прощения. Нам просто надо на янтарь сгонять к Сахарову. Мне надо сбыть хабар, во-первых. А во-вторых, надо сбыть оружие. Хотя оружие это не ему, блять, вот с ним, да ну его нахуй, я не буду его продавать. Мне нужно, короче, пару артефактов продать, которых я нашел. Которых, да. И надо продать еще. Надо продать еще коготь химеры, щупальца кровососа, ну и прочую хуйню в таком роде. У меня теперь все кореша, короче. Видите, все зеленые. Че, мужики, сыграем? Что скажешь, брат? Эх, душевно. Это я играю, если чё. Эй, сталкер, чем пожаловал? С гитарой, ёпта. Ты не видишь, что ли? У меня уже бродяга давно, а не наемник. Здоров! Здорово, брат. Так, стоп нахер. Так, сохранимся. И почилим тут рядом. До утра. А хотя нет, я знаю, что мне надо сделать. В натуре. Так. Куда ты можешь меня отвезти? Ебать. Янтарь-то где? Я прошу прощения, но все же где янтарь, блядь? Ну ладно, почилим тогда. Прошу прощения, опять же. Тут нам ничто не угрожает, тут свои братки. Так, колбаски надо надъебнуть. Ну чё у меня там два артефакта, один за 15 тысяч.
Другой. Ну, 200 полой. Бенгальский огонь — это хуйня вообще. Коготь химеры. Два щупальца кровососа. Ну, шеброны. Шеброны, в принципе. А чё, в натуре отсюда шильный янтарь нельзя? Я чё-то не пойму. Мне к Сахарову надо продать ему хабары, эту всю хуйню, он дорого за это платит. Ну, конечно, ниже номинальной ценности опять, но все равно. Я помню, артефакт стоил 10 тысяч, он за 9500 за него дал. А, ну, если будешь продавать обычным барыгам, особенно какому-нибудь Сидорович, там там вообще 6 тысяч рублей где-то заплатят. Так, а нам куда? А, все понял. Дойдем до сюда, и на этом будет данное сохранение. Данное видео закончено. В общем, не буду утомлять вас беготней. С вами был Роуз, это канал Very Hard Game Mod. Всем спасибо, кто это смотрел. Только Роуз, только хардкор.